Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. В этот раз я нахожусь в районе Махмутлар. Тут продается просторная 1 плюс 1 в проекте, который был сдан в 2018-2019 году. Есть открытый бассейн, открытая парковка, генератор снаружи, фитнес, 500 лир айдат, до моря максимум 600 метров до воды. Здесь будет парк мэрии Алании, вид не закроется. Тихо, спокойное место. Средний этаж, огромный балкон. Сейчас покажу планировку этой квартиры. 55-58 квадратных метров, полезная минимальная площадь вместе с балконом. От стены до стены. Бытовая техника вся Бека. Холодильник, посудомойка. Духовка, Samsung у нас микроволновка, электрическая плита, вытяжка фирмы Бека. Шкафчики с доводчиками. Так. Вот такая светлая квартира. Та сторона запад-север, спален восток. Тут у нас прихожая, встроенный шкаф до потолка. Хорошая цена у этой квартиры. Стиральная машинка Бека, проточный нагреватель Вейто, окошко даже поставили, душевая кабинка. И вот спальня. Спальня где-то 13 квадратных метров полезная площадь. И рядом есть вся инфраструктура для жизни. Рестораны, маркеты и тому подобное. Цена этой квартиры 108 тысяч евро. Звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Два лифта есть. Зеленая ухоженная территория. С вами был Агасиев, Солнечная Алания, район Махмутлар. Эта квартира пока что не подходит под ВНЖ. Махмутлар, как говорится, еще закрытый район. Может быть, через год, два, три откроет. Ничего не могу сказать. Может быть, с 1 января 2024 года будут изменения. Потому что все меня спрашивают, вопросы. Ну, что-то думаю, что 25-й год максимум будут какие-то изменения. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий. Хорошая 1 плюс 1. Всем пока-пока.